Друзья, сегодня тема про насос. Вот такой вот компрессор в виде чемоданчика. Я уже однажды его показывал на своем канале где-то пару-тройку лет назад. Он работает от прикуривателя. И в этом видео основная тема про то, как подключить такой девайс, такой насос-компрессор не в машине, а дома. Потому что иногда очень необходимо подключать вот такие насосы дома. Ну, заодно расскажу про вот этот вот компрессор, про его, так скажем, судьбу. Что с ним стало за эти 5 лет, когда я его купил, уже 5 лет прошло. И как он себя ведет. И назову сейчас прям параметры. У него 30 литров в минуту. Работает как бы без сбоев. Но есть некоторые свои косячки. Я сейчас вам покажу недостатки. А после того, как вы увидите, что нужно для того, чтобы подключить его дома. Чтобы его подключить дома в розетку, вам пригодится вот такое незамысловатое устройство. Абсолютно не реклама. У меня на канале я даю советы полезные. У меня не барыжно-торговый канал, и я здесь ничего не продаю. Я подсказываю пользователям, какие бывают девайсы полезные в нужных ситуациях. А дома иногда очень нужен вот такой насос. Откачивать мячи, матрасы, там, велосипеды, резиновые лодки в гараже, допустим, без применения автомобиля. В этой коробочке находится блок питания. Получается у нас некая такая распаковка. Не буду ссылку оставлять. А где я его покупал, просто в интернете наберите. То есть это преобразователь 220 на 12 вольт. Вот такой блок питания, так он выглядит. Вот такое гнездо под провод 220 вольт. Сейчас я его вставлю. Вставляется в это посадочное гнездо. Вот, смотрите. Получается вот такая вот единая конструкция. В это гнездо вставляется вот этот вот штекер прикуривателя. У этого насоса вот здесь электронный манометр есть. Вот такой вот. Можно выставлять нужное давление. Там 2 атмосферы, 2,5. И вот под крышку это все прячется. Вот такой производитель. Тоже не реклама, просто советы. Вот так он подключается в блок питания. И блок питания включается в розетку. Вот я приготовил сразу удлинитель такой. У меня есть катушечный. Данная конфигурация насоса ничем не отличается от обычных, которые вот привычные всем такие с открытым двигателем. Это просто в чемоданчик все закрыто. Друзья, и вот в едином комплексе это вот так вот все выглядит. Адаптер, блок питания, провод с прикуривателем, штекер и гнездо приема этого штекера и в розетку. Нажимаем кнопку пуск. Вот на мониторе, приглядитесь, меняются циферки, когда я закрываю вот эту насадку на ниппель. Вот так вот дома такой насос можно подключить. В автомагазинах вы видели насосы разные, да? А это в виде чемоданчика. Покажу поближе. Вот это крышечки, колпачки на колеса. Они вот сюда вставляются, в эти отверстия. Но рукой их не вытащить. Их надо чем-то поддевать, чтобы закрутить на ниппель. Опять же, повторюсь, вот такая крышка. Она не на железных петлях, на гибкой такой вот пластмасске. Если поломается, то можно петлю будет здесь как-то присобачить. Длинный шнур. И про косяк хотел рассказать. Смотрите, здесь такой вот резиновый шланг в оплетке. Со временем он стал гораздо короче. Он должен вот так вот сюда складываться. И вот здесь вот эта насадка укладывается. Ну, чтобы компактно складывать. Со временем трескается, да, и крошится резина. Не знаю, с чем это связано. Здесь, ну, в общем, такая не очень хорошая резина в оплетке. И вот это я дообрезал, в общем, там, где он крошится. И плюс разбилась его стандартная насадка, вот такая же была. Я поставил другую на вот этот вот хомут. Я хотел вообще заменить полностью шланг. Я его разбирал. Но там завальцована несъемная вальцовка такая, этот шнур, на двигатель этого насоса. Здесь такой двигатель, достаточно такой крупный, хотя сам по себе насос не очень тяжелый.
Ну, мембрана хорошая, которая качает. Тоже как бы из силикона сделанная. Ну, мягенькая такая, подающая воздух. И достаточно неплохо. Ну, вы такие видели аналоги в магазинах Лента, Deo марка. Ну, это, видимо, франчайзинг, да. То есть Hyundai и Deo, они отдали на откуп маркетологам свой бренд, чтобы его лепить вот, ну, на такую продукцию, на инструменты. Ну, естественно, это все согласовано. И заодно как продвижение такое рекламное, типа как мерч, мерчендайзинг. Но насос неплохой, еще раз повторяюсь, вот такой вот у него параметры, приглядитесь, кому интересно. 30 литров в минуту он качает, 15-амперный, 12-ваттный. Максимальное давление 7,5 атмосфер он может поднять. Откачать может что-либо такое, но долго как бы он будет качать. А где-то 20 минут на одно спущенное колесо, 15-20 минут на одно полностью спущенное в ноль колесо. И если вам нужно помощнее, то берите сразу такой 45 литров в минуту, 70 литров в минуту. Вам понравится. Там он быстро качает. Ну и цена, соответственно. Я вот в то время купил его за 1500 рублей. Сейчас он где-то стоит, наверное, 2500. Вот такой насос. И то их вроде сняли с продажи. Их вроде уже нет. По двиглу насос вообще не подвел. И вот теперь дома могу применять. У меня другие блоки питания были, я тоже мог применять, но там с крокодилами надо возиться, а это вот такой небольшой блок питания, который очень даже помогает. И насосные станции, кстати, у кого частный дом, я вот для того, чтобы насосную станцию подкачивать, грушу в насосной станции, давление иногда падает, ручным насосом нереально тяжело там накачать грушу внутреннего давления, которая в баке с водой, она выталкивает эту воду в итоге, да, ее нужно периодически подкачивать. И вот эта штука, она выручает. И сейчас просто вот я опять же повторяюсь, показал вам, какой метод можно применить дома. Ну, на этом все. Всем пока.